с обрезанием в 70-м на краю города. Лорана ударила в голову. Четыре активно фармился на майниках. В детском саду девочки впервые показали мне пиз. Потом казинер, баги, лаги, хаги-маги, клей. Так и становился сильнее, воровал деньги в раздевалке. В 8 начал рейдить, в 11 кинул первую заявку. Набил на админку, стал пропадать с друзьями на Флориде. Бичи и трудяги, деньгами наполнили рот. Вот и все, прикрыли. В интернете наступает смутное время. Соцсети блокируют одну за другой. Когда YouTube заблокирует, я буду рад вас видеть в своем телеграм-канале. Пока у меня больше идей нету, куда перекатить эту аудиторию, хотя бы оставшуюся или ту, что пришла. Там я выкладываю в основном лайв-контент или же оповещения о своих стримах бывает. Но в основном я могу скинуть свою киску или же показать унитаз, обостренный в нашем универе. Подмечу, это унитаз в женском туалете. В общем, давайте не терять друг друга, потому что мне кажется, вероятность блокировки YouTube очень-очень высока. Если не заблокируют, то окей, хорошо. Но если заблокируют, то я всегда жду вас там. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. Переждем смутное время вместе. Ну и второе, это мой сервак под РКРП Беброград. IP, группа и сайт будут в описании. По промокоду админ со сайт ты получишь валюту в донат счет, а также дубликатор, который позволит тебе сохранять свои постройки для дальнейшей игры. После видоса заходи на стрим, там зрители будут мешать мне выполнять заказы своими донатами. Если ты еще не понял, о чем я говорю, то все равно заходи, там я объясню это чуть подробнее. Сорян за такое долгое вступление, погнали смотреть ролик, там будет куда меньше таких голосовых ставок. Стой, можешь дать лицо к стене, пожалуйста? А почему? Почему? Что? Можешь дать лицо к стене, пожалуйста? Я стану, только почему скажи. Причина, ком час. Проблема такая, у меня денег совсем в кармане нет. Я не могу дом купить себе. Ну сейчас тебе дам. Да не надо, уже ком час кончился. Позовите Сашика. Почему? Так, комчас уже. Это приказ. Приказ на основании чего? Надеюсь, мне не придется в этот раз объяснять, почему та обезьяна неадекватная и не должна сидеть на этой профессии. Я сказал лицом к стене раз. Причина какая? Я просто зашел сюда. Не, ну он реально конченый. Ему просто задали вопрос, какая причина вот этого лицом к стене. Он не может ответить на этот вопрос, и он просто продолжает опять как дебил кричать лицом к стене быстро. Что, ты убьешь меня за то, не арестовывайте его. Проверьте его на оружие. Да проверяй, господи, сколько тебе влезет. Ствол, нет, говорю, убери, оружие. Неадекватно. Вы можете раз... Что вам нужно? Подождите, пусть я ему дам, выдам лицензию, уходите, быстро. Почему? Так ты мог выдать лицензию через коробку передо. Да пусть мне... уходит уже. Почему уходить должен? Все, давай забегаем в берлогу. Ебанутый какой-то у вас вообще-то. Просто мне он очень нравится, сама постройка именно тут. Перестрой возьми, типа, не то, нравится. То, что можно смотреть. Что происходит? Да я ебал, тут минж билдинг, сука. Да. Что за долбоебская мода пошла на ДРКРП подписывать какой-либо текст и добавлять в скобочках подпись «Видит только госслужащий», ну или же бандит, или же какой-нибудь торговец оружием, или же какой-нибудь игрок. Господи, объясните, сука, чем вы думаете, когда эту хуйню делаете? Это ж видят все. Ладно, хорошо, есть такой отряд дебилов, которые думают, что реально их надпись не увидит никто, кроме определенной профессии, которую они прописали. Но, сука, есть еще и более конченые идиоты, те, кто за это джалит, называя это нон-РП. Мол, как ты мог это увидеть, если видит только госслужащий, я же написал. Да, вот так вот, сука, легко, у меня есть глаза для этого. В такие моменты групповой чат, который тоже существует и на ДРКРП, на всех серваках практически, он как будто стоит в сторонке и говорит про себя, ну да, пошел я нахер. Видно только госслужащий. Из-за вот этого сасика тут минджбилдинг произошел. Вот он, вина моя. Ну вот сасик тут поставил свою ебаный. Снеси, возьми ордер. Ребят, я хочу предложить вам перестроить. У меня есть несколько идей рабочих. Можно лицензию получить? Свали, пожалуйста. Как ты сюда прошел? Свали отсюда, кому сказал? Можно лицензию получить? Свали, свалили быстро отсюда! Заткни ебало свою! Даю вам фору, десять, девять, восемь, семь, шесть! 5, 4, 3, 2, 1. Ясно, конченый какой-то вообще пиздец. Ты, блядь, охуел? Что? Хули ты блюнул меня, а?
Пересмотрите этот момент и посмотрите на voice чат внизу. Кто это сделал? Давай вылизывай. Блять, ну что вы за люди такие, а? Что он делает? Он казни. Алло, ёбнутый. Казнить. Он плюнул в меня. Нет, это вранье. Это вранье. Давай. Казнить этот. Давай, залазь. Зачем? Что ты делаешь? Он запустил голосование об моем увольнении. Я не запускал голосование, что ты гонишь на меня? Это не он. Да я не про тебя. Прыгай, давай. Зачем? Что ты делаешь? Зачем ты меня связал и ведешь куда-то? Ты неадекватный? Это казнь сейчас у тебя будет. Какая нахуй казнь? Я просто зашел. Ты просто плюнул с человека. Какого человека я плевал? Я всего лишь зашел сюда. Че вы хуйней страдаете? Ебанутые какие-то. Ты плюнул человека. Это последнее тебе предупреждение. Я говорю, оставь меня нахуй в покое, блядь. Че ты делаешь? Придурочный, блядь. Так уходи. Уходи, в смысле раз. Уходи, ты меня сам сюда завел, дебил. Фиксируйте, пожалуйста, на НРП попытку нарушить фрикил. Тогда отойди. Сука, ей-богу, что за придурок? Как у меня из-за тебя нихуя нету что? Теперь. Я не могу ходить нормально из-за тебя. Вот и не будешь ходить до конца своих дней. Зову полицию. Ну, позовешь ты полицию, что будет? Приказ. Иди в Марию быстро. Да, я выйду отсюда. А то есть ты еще и написал ЖБ, раз арестуй его. Сними на него. Через ЖБ додумался написать, гений. Да. Ты ЖБ. Чё ты наручники. Несёшь? Здесь фиксируйте метагейминг. Ты снимите адекватный, с него нет? Наручники. Наконец-таки, блядь, господи. Да, я... Если еще раз ты меня как-то оскорбишь, если сейчас ты не уйдешь, я тебя... И мы тебя казним что? На месте. Привет, отнеси, пожалуйста, что? Меня на крышу. Ой, потом блин. На крышу еще другого человека. Давай, да. Меня. Давай. Его на извините. Крышу. Ну, в админзону. И криминал Плая тоже на крышу. Мне нужна помощь. Что, объясни ситуацию. Диктатора, тэпни сюда, я объясню. Так а по какой причине ты меня, так сказать... Вы хуйней страдаете вдвоем. Извини меня, конечно, то, да, что я тебе перебиваю, но скажи, объясню. Какой хуйней мы страдаем? Ну, давай я объясню сейчас администратору. В общем, я зашел в мэрию, на меня накинулся вот этот тип за мэра города. Начал тыкать в меня оружие, лицом к стене ставить меня. Я не понял, почему нету причины нормально. Я зашел туда, где ничего мне не препятствует. Просто прошел через сканер, у меня нет оружия. Я так и не понял, зачем меня еще раз проверять. Думаю, ну ладно. Вот, я захожу. Потом я прохожу туда, они начинают орать. Другого чела вот он взял, расстрелял. Вот этот вот, он его взял, расстрелял. И получается, потом... Я, получается, говорю то, что они ебанутые оба какие-то, спрашиваю, что они делают вообще, ну это потому что ненормально. И потом, в смысле оскорбления, я в РП в формулировке сказал, что вы вот такие вот. И получается как, он выбегает на тот момент и начинает меня заковывать в наручники, вот этот вот тип, и тянет меня к себе в кабинет, говорит, мол, сейчас казнь будет. Вот. В законах города не была на тот момент ты предписана был казнь. Или диктатор? Не совсем. Я еще не дорассказал историю. Подожди. Я еще не дорассказал историю. Я объясняю ему то, что ну какая-то хуйня происходит, тебе не кажется, зачем ты это делаешь? И говорит: типа, выходи теперь отсюда. Я ему говорю то, что я, как я выйду, если ты меня сам сюда затащил. Он в итоге меня выпускает, зовет всю полицию. Изначально не давал мне выйти из этого кабинета, ну как там, проход. Потом, когда я ему пару раз сказал, типа, дай пройти. Он все-таки меня пропустил, приходит полиция, он берет, получается, мне при всех угрожает, типа, если сюда, мол, еще раз придешь, кажется, или что-то еще будет, я тебя, типа, убью. Это не мэр, так мэр себя не ведет. И причем, смотри, у вас в F4, нажать на кнопку мэра, вот, где выбрать, cannot take hostage, это значит, что он не может брать ни заложников, ни захватывать их как-то. А что сделал он меня заковал в наручники и начал куда-то вести, что в принципе он равноценно поменял, заложникам. Он поменял профу на диктатора. Он это имеет диктатор. Право. Ты можешь дальше. Наказывать своих подчиненных. Ребята, ну? Дальше. Не твой подчиненный. Я не его подчиненный, а просто гражданский, который зашел в мэрию. Он начал на меня агрессировать, непонятно из-за чего. Клирскай. И вместе с ним вот этот вот. Клирскай, извини.
Извини, что отвлекаю. Отключай, пожалуйста, изменение голоса. У меня микрофон палка, у меня не получится отключить какое-то там изменение голоса, потому что я его даже не включал. Я говорю, у меня нет изменения голоса. Тебе еще раз попросили, отключай, пожалуйста, изменение голоса. Я говорю, у меня нет изменения голоса, у меня микрофон дерьмо. Если на изменение голоса и выявят, что у тебя есть реальное изменение голоса, то это бан получается. Какой бан? Вы можете мою просто жалобу разобрать и потом со мной разобраться? Ну, у меня жалоба на них двоих, потому что они неадекватно себя вели на профессиях диктатора, а также какого-то там полицейского или что-то такое. На диктаторе был он, и он себя неадекватно вел. То он меня заковывал в наручники и вел на якобы казнь, непонятно почему. То он меня развязывал, говорил, выходить из этой комнаты, хотя она уже закрыта на ФД была. Но он, то есть, он неадекватный, и я говорю еще раз. У тебя нарушение нон-РП. В правилах профессии за диктатора написано, что вы можете связывать только своих подчиненных. То есть ты их наказываешь, своих подчиненных. Данный гражданин Калирская не является твоим подчиненным, и связывать его без какой-либо. Еще у меня уточнение насчет его версии. Перебью, извини. А он сказал то, что меня для того, чтобы обыскать, кто-то из них связал. Он точно не помнит, у него размытая версия. Я скажу то, что он немного не досказал. Меня никто не заковывал в момент обыска. Я просто спросил, а в чем причина, типа, лицом к стене. Камчаса не было, я просто зашел в открытую абсолютно мэрию. Через щиток этот проверки прошел. Там звук, показывающий то, что у меня ничего нет. Но ему чисто захотелось до меня докопаться. Чисто потому, что он, видишь, диктатором был. Вот он, ну вот, видишь, он кивает, он поддакивает, он пользовался просто профессией своей, для своей выгоды, ну, по приколу, подокапываться до людей. Меня обыскали для этого, для чего, я даже не знаю. Я зашел, меня хотели поставить лицом к стене, как только я объяснил, что нет нормальной веской причины для этого, меня просто на месте, говорю, ребят, обыскивайте сколько хотите, мне ничего не найдете, я просто сюда зашел и все. Вот, так что он, ну, не полностью размыто рассказывает свою версию. Ты харкнул в этого человека. Неправда, не было такого. Там написано, что ты можешь связывать только своих подчиненных. Только, например, если я на казнь веду человека, я могу для... Смотри, вот там в правилах написано, правила сервера, ты наборный, ты должен, но я обязан знать правила. А он не знает правил, ты чё, не удивлен этим никак? Боже, этот хуесос еще и наборный администратор, просто какой-то пиздец. Помните видос на толерантном серваке? Так вот, набирают там администраторов абсолютно одинаково. Второй раз я попадаюсь на таких конченых, и второй раз они не знают правил. Он сейчас тебя еще, кстати, обманывает насчет того, что я там в кого-то плюнул. А давай сначала мы разберемся с диктатором, какие у него нарушения и есть ли они у него, а потом уже с полицейским. А он, понимаешь, он указывает на якобы мою причастность к тому, что я там кого-то плюнул. Но, и они решили уже до меня докопаться на этом фоне. То есть им, ну, просто пофигу, они играют по фану на этих профах, они не заслуживают этих профессий. И получается, его только понизили. Смотри, с одной полицейской профу, он взял другую полицейскую профу. Я не понял, зачем. У него только что была САП. Ну, если ты должен, как я знаю, записывать демку, и ты можешь пересмотреть начало. Что это? У него ОСА сейчас. Что это? Оскорбление. Где? Оскорбление. Где? На начале, пусть... В каком начале, где, конкретно, про кого, я сейчас тут что-то сказал. Я пересмотрю, если ее нету. Почему нет? Откуда я знаю? Спроси у ОБС, которая не хочет снимать. Алло, где конкретное оскорбление, ну, как какое? Бы, что ты несешь? Проблемы. Смотри, ты наборный чел? Ты что, не можешь на вопрос ответить? Я? Что ты за хуйню несешь, где какое Ладно, оскорбление? Ладно, я уже понял, ты поменял. Алло, блядь. А, кстати, он ливнул, ребят, мне кажется, да, или нет? Ну окей. Меня сейчас, кстати, обвиняют в том, чего я не делал. Оскорбление это было в РП форме. Вот. Это разве запрещено? Да, это запрещено. То есть, если ты ведешь себя как ебанутый, я не могу сказать, что ты ведешь себя как ебанутый, правильно? По существу ответь что-нибудь, ты какую-то хуйню несешь, чел. Ты только что это сделал. Каким Смотри, образом? Смотри, Лиза, у тебя есть нарушение. Смотри, нон-РП, ты связал человека, ты не мог это сделать. Какое у меня нарушение? Какое? Во-первых... У тебя ФРП, потому что на тебя Бля, ты можешь половник с едой отставить нахуй, доесть и потом говорить? У тебя ФРП, так как на тебя наставили два человека оружие. Я убегал от кого-то. В любом случае, даже если это нарушение, ты должен слушаться. Я не убегаю ни от кого, я стоял все это время, алло. Ты, смотри, ты был тут, почему ты посмотри, ты стоял тут, каким образом ты появился тут? Как это вообще к разборкам относится? Каким? Неадекват. Ты просто набор слов говоришь, я не могу понять.
Ты набор слов каких-то смотри, говоришь? Господи. Меня не слышит никто, может быть. Я с кем-нибудь вообще могу диалог нормально завязать? Ну, не с ним, естественно. Ты можешь рассказывать мне, как все было. Я внимательно. Короче, смотри, он надо, меня сейчас сидит, обвиняет в том, чего я не делал. Он пытается притянуть за уши правила оскорбления, которое я якобы нарушил. Но я его оскорбил в РП-плане. И получается так, потому что я хочу, у меня есть для этого руки. Тебя это вообще волновать не должно. Потом он почему-то притягивает за уши правила неадеквата, которого тут в принципе нету. Я его не оскорбляю в данный момент, потому что мы находимся в нон-РП каком-то, вот, в нон-РП обстановке. Что там мне скидывало? Оскорбление за игроков за гранью РП и в нон-РП разговоре. Я тебя в РП оскорблял, а не в нон-РП и за гранью РП. Ты можешь вообще читать, что в чате появляется? Или ты просто набор слов реально мне говоришь? Мне не нужно. Смотри, и во вторых, ты неадекватный, потому что ты бегаешь, правила. Смотри, ты был, посмотри, ты был тут. После этого ты появился каким-то образом тут. После этого тебя обратно. И что? Сюда, ты покнули сюда, и ты уже тут. И что? Лиза, можешь, Лиза, смотри. Можешь уже не бегать на разбор? Я в смысле? Захочу, написано, буду бегать. А, там написано, запрещено бегать по админ-зоне и убегать от проведения разбора. Видишь, он просто докапывается. Ладно, ребят, мне кажется, будет так немного лучше меня слышно. Смотри. Да, так лучше. Я не с тобой разговариваю, зачем ты вообще какие-то, не знаю, фразы изрыгиваешь. Не разговаривай вообще со мной, я с тобой диалог не веду. В общем, смотри, он мне пытается приписать какие-то непонятные нарушения, которых по факту не было. Как ты видел, он сначала докапывался до того, что я бегаю на разборках, потом он докапывался до якобы оскорблений, хотя ему кто-то из администраторов ясно показал, Ликорчик показал, что оскорбление игроков за гранью РП на НРП разговора, а он жалуется на то, что я его в РП оскорбил. Он пытается просто прикопаться ко всему, что только можно. У него же есть нарушение нон-РП, он не мог нормально неподчиненных к себе людей заковывать куда-то там на какую-то казнь, он неадекватный. Ну окей, баньте меня, его за фир РП. За какой фир РП? Вот вот. Где было фир РП, хорошо? У тебя наставляет 2 человека оружие. Ага. 2 человека. Так, ну. Ну, что? Ну, а я что сделал в этот ты момент? Ты должен бояться оружия. Ну что я сделал в этот момент, как на меня наставили оружие, ты можешь мне сказать? Ты пришел, я диктатор. Я могу, смотри, моя профессия была диктатор. Не-не-не-не-не, стой. Ты наставил оружие, дальше что я сделал? Я убежал куда-то? Нет. Ну так и в чем проблема? Я стоял все это время рядом с тобой. Но тебе стали лицом к стене говорили. Так ты потом, после диалога с тобой, сказал, окей, хорошо, просто обыщите его. Чё ты начинаешь врать? Я не вру. Ты врёшь, у меня демка есть, чел. Не сам синей, только после этого я... Ты врёшь, сейчас обманываешь администратора, у меня есть демка. Хочешь пизды получить за обман? Наборный модератор. Это не обман. Ты обманываешь. Ты говоришь то, чего не было по факту. Как бы там что ли не говорили то, что лицом к стене? Тебе там не говорили лицом к стене, по-твоему? Говорили. То есть не... Говорили, видишь? Но слушай меня, я говорю, причина того, что лицом к стене нужно становиться. Ты нормально причину не объясняешь и говоришь полицейскому, чтобы меня они тогда просто обыскали. Меня обыскивают, ты от меня отстаешь. Но ненадолго, естественно. Вот и все. Ты сам на этот РП-диалог пошел, ты сам подтвердил то, что особой причины нет, чтобы меня ставить лицом к стене. Ты сказал, мне там просто обыскать. Они обыскали, все, проблем нету. Ты сейчас сидишь, обманываешь админа. Ты хочешь пизды получить за обман? Мне несложно пойти открыть Вегас, закинуть демку в редактор и показать полностью от и до эту всю ситуацию, где ты будешь просто потом сидеть и плакать. Почему я должен плакать? Позволю? Потому что ты не прав, ты сейчас обосрешься, чел. Ты обосраться хочешь получить пизды за нарушения свои? Короче, у него обман администрации, возьми в учет. Если нужно, я могу сейчас спокойно пойти тебе показать. То, что вот эта ситуация, которую давай, он написал, давай. Фир РП не было как такого, я стоял все это время с ним разговаривал. Хорошо, давай, покажи, пожалуйста. Бля, он, видимо, реально не от мира сего. Адекватней, пожалуйста, чуть-чуть хотя бы. Да мне похер, что ты признаешь, у тебя и так нарушение есть. Не разговаривай со мной, я тебе еще раз говорю, повторяю, не надо. Смотри, вот, Лиза, у тебя получается 2 нарушения, обман администрации и нон-РП. Обман я тут не считаю. Ну смотри, я считаю, я разбирающий админ или Корчик попросил помочь. Ты только что нагло врёшь мне. Во-первых, я не вру, так как... Смотри, я же говорил то, что я сам к синей, но где тут обман? Ну хорошо, ты сказал, что у него фир РП, правильно? Правильно. Да. Ты считаешь, что у него нарушение правил. Он утверждает это на серьезе. Это, если сейчас это опровергнется, если это сейчас опровергнется, то у тебя будет обман администрации. Давай, пошли в ДС, я тебе кидаю сейчас запрос и буду показывать. Идет? Да, хорошо, да, я ему объясню. Есть РП, да?
По факту, перед тем, как поставить... Не надо ему... Не надо, пожалуйста, стой, остановись. Не надо ему ничего объяснять. Он набор, но он должен был знать-то все и так. Не надо, пожалуйста, не делай этого. Все, я сейчас открываю DST, я кидаю запрос и идем смотреть. Сейчас попущу конченого. Сейчас я его попущу. Алло? Да, знакомый голос. Ничего страшного. Так, я сейчас этот Vegas открою, буду там показывать, потому что у меня проблема с записью именно. Дороже. Хорошо. Вот, сейчас я попробую что-нибудь включить. Звук будет слышно, интересно? Я тебе деньги верну. Да, слышно. А, ну все, хорошо, сейчас тогда листаем. А почему у тебя в снегу все? Это другой сервак был, момент тот самый. Позовите Сафика. Почему? Так, в ком час? Почему? Это приказ. Приказ на основании чего? Я сказал лицом к синий раз. Причина какая? Я просто зашел сюда. Что ты убьешь меня за то, не что я зашел его. Сюда? Проверьте его на оружие. Да проверяй, господи, сколько тебе влезет. Все, видишь? А дальше покажи. Окей. Ствол, говорю, убери, неадекватный. Вы можете разъяснить, что вам нужно? Подождите, пусть я ему выдам лицензию и уходите, быстро. Почему? Так ты мог выдать лицензию через коробку переда. Да пусть уходит уже. Что это такое? Я, может, что-то не понимаю. Но он просто хаотично набор каких-то действий делает. То он меня ставит лицом к стене, то выдает лицензию, то прогоняет, то угрожает оружием. Что мне делать в этой ситуации? Я бы тоже не понимал ничего, дальше было. Я бы сейчас, если по его приказу убежал бы, он бы сказал то, что это фир РП тоже. Потому что он меня на мушке держит, считай. Это бред. Ну, видишь, я говорил про ебанутый и припизнутый не в нон-РП плане. Ну да. Ну вот. А что он тебе сказал, почему обман? В смысле, почему обман? Ну, он тебе что говорил насчет того, вот что он тебя ставил лицом к стене, почему у тебя все РП он говорил? Потому что мне угрожали оружием. Он, видишь, он не досказал тот факт того, что мы с ним дальше завязали диалог, и он забил на это и сказал полиции меня обыскать. Но ты видел только что это на демке. Ну да, это введение в заблуждение. Ну вот, это обман. Больше ничего не нужно будет показывать. Да не, хорошо. А на полицейского, вот это криминал плеер. А, да он просто чела одного взял, расстрелял, получается. А со мной, они оба какие-то, типа, два сапога пара. Они вдвоем ходят, какой-то хуйней страдают, ну, вот если так. В общем, хорошо. Его, получается, понизили с вот этой вот профы, мента или спецназа, он взял тут же другую профу мента, это бред. Я тогда сейчас дискорд отключаю, переходим в игру. Ага. Не дал? Так, да, Лиза, у тебя правда нарушение? Смотри, ты сказал, что у него ФРРП, типа, но сам факт, что... Да, что я только что был в этом дискорде. Смотри, но сам факт, что прямо сейчас мне показал человек демку, и там было все так. Он заходит просто в мэрию, что является общественным местом. Вот это. Начальная пустота за бред. Защита, я боюсь за свою жизнь. А, теперь у него такое. Я его оставил. Слушай, ты боишься за свою жизнь, ВДФ. И тем самым будешь всех прогонять из мэрии и ставить лицом к стене сам. Не-не-не, он боится за свою жизнь, и тем самым сам выходит, сам людей проверяет на оружие. Это вот, это логика, это 10 IQ юзер, понимаешь? Да. Его не понять. Мы на разных уровнях, он чуть ниже, почти на дне. Так, обман администрации у него. Лиза, у тебя нон-РП плюс обман администрации. Не считаю так. Так как... Не считай, говорю, ты считать не умеешь, блядь. Можно мне сейчас с вами лично поговорить? Можно нет, его на секунду с нами разговаривай, со всеми вместе. А я не хочу тебя слушать. А я буду молчать, стоять, слушать то, что ты говоришь. Идет? Давай, тогда молчи. Я говорю то, что у него нарушение, так как он все равно не стал. В любом случае. Даже если у меня там есть нарушение, он все равно не стал. Он должен бояться также за свою жизнь. Я не считаю то, что если, например, к тебе полиция подходит на улице... И лицом к стене и направляет два человека на тебя оружие. Думаю, я бы боялся. Слушай, у меня вопрос такой. Ты как? У тебя со слухом нормально все? У тебя, смотри, человек заходит в мэрию. Это два разных, ты сейчас привел примера. Он заходит в мэрию. Это официальное место, где находится... Обоссан, хуесос.